Сайхыл ватандашлар, саат 7 ярым, демек 5-тен 1 қысым енді кешті. Яйнымыз еп девам өтмекте. Шымды исе, мұны Фатименен бәрі-бәрлікте отырдық. Демек, біздің студиямызда мұсафырсыз, бұны енді аңлайсыныз. Не ақта бүгін сөбетлеші жеқміз, келіңіз бәрі-бәрлікте огринейік. Сайлы достлар, яқын арада, яғни ратлы күнлері ярымадамызда мерақлы бір мерасим олып кечеджек. Тарихнен бұл мерасим бағылы. Ве келініз бұл ақта студиямызды мұсафыры или лафер сеті деміз. Бұзым студиямызда Владимир Поляков, тарихчы, бұзым субетімізге бойырыныз. Селям алейкум, здравствуйте, рада вас приветствовать у нас в гостях. Сабаша рефлерыныз қайрылы олсын. Чок сауымыз, сізгеді. Владимир Евгеньевич, вы пришли к нам сегодня по очень интересному поводу, как я сказала нашим телезрителям. На выходных в Крыму планируется провести интересное мероприятие, точнее реконструкцию некоторых исторических событий. Расскажите нам, что это за реконструкция, где она будет проходить? Эта реконструкция будет производиться впервые усилиями администрации Белогорского района, поисковым движением. Башкирия принимает участие как шеф Белогорского района. Ну, может, слово «шеф» неуместно, но друг. И вот будет воспроизведена одна из трагических страниц нашей истории. 43-44 год, декабрь, начало января. Дело в том, что ожидалось осенью, что Крым вот-вот освободят, и в лес пошли все жители. И это поширялось прямо целыми деревнями. Вы недельку в лесу побудьте, и мы вас возьмем под защиту. А Крым не освободили осенью 43-го, потому что там нависла угроза со стороны Никополя. Отложили аж до весны. А люди в лесу. Немцы поняли, что на них не наступают, сняли войска и бросили их против партизан. Отряды маневрировали, как могли, уходили. Половина партизан погибла в этих боях. Половина. Это ужасный процент. А мирное население, ну, они ушли в Васильковскую балку, а тут прилетели самолеты и начали месиво. Как рассказывали очевидцы, там было кишки на деревьях, части тела на деревьях, все. К 10 января партизаны собрались, немцы ушли из леса и захоронили. Так получилось, что там был похоронен директор Симферопольского автобусного парка, тогда он назывался «Союз Транспортскребов». Я искал его могилу, нашел, нас привели, показали, вот здесь он. Ну, мы поставили памятник. Потом мне говорят, да там же лежат сотня, а вы памятник одному. Я стал узнавать, кто. Вот записная книжка моя от того времени. Вот здесь все имена людей, с которыми я встречался, записывал их воспоминания. И в конце список тех раненых, которых оставили, и они погибли. То есть я сумел установить имена только раненых. Поставили памятник. А список этот я сдал в управление культуры, чтобы нам разрешили ставить памятник. Нам памятник ставить не разрешили. Список не вернули. Через 5 лет мы взяли и поставили памятник сами, никого не спрашивая разрешения. И он стоит, и там эта книжка с именами. А вот сейчас они сделали год назад, раскопали рядом с могилой еще одну яму подозрительную и нашли останки чуть ли не 40 человек. И среди них Подскребова. Вот тот, из-за которого началось. А узнали как? Сразу судмедэксперт сказал, непонятно, кругом простые люди, а тут у него операции, которые делали единицам. А он был член бюро обкома партии. И сразу понятно, что это Подскребов. У него также оторваны обе ноги, как и предполагалось. Потом, уже буквально чуть ли не месяц назад, этот поисковый отряд башкирский, среди них мой друг Коля Кузьмичук, который принимал участие в установлении второго памятника, они нашли захоронение, где бушлаты, остатки гимнастерок, то есть военные. И у каждого выстрел в голову. То есть это те самые раненые. И вот мы взяли наши списки вот эти вот. Я переписал, передал им, и мне сообщают, вот вы пишете, что здесь два брата, и там среди трупов судмедэксперт сказал, что два брата. И девушка, и здесь в списке есть девушка. В общем, и самое, что меня поразило, там нашли 26 трупов, у меня в списке 25.
Я даже не подозревал, что, в общем-то, почти все имена установил. А тогда я прекратил искать. Почему? Потому что уже никто нового ничего не говорит, надо ставить точку. И все, больше искать не буду. Оказывается, мы почти миссию выполнили. Но самое обидное, что все эти люди в партархиве по-прежнему числятся пропавшими без вести. И вот теперь, я думаю, что надо будет делать официальное письмо, официально публиковать список, что они не пропали без вести, а погибли и похоронены там-то. Я приглашаю всех людей, которые так или иначе связаны с трагедией Васильковской балки, потому что и среди мирных жителей очень много крымских татар, и среди партизан у нас есть списки погибших партизан, пропавших без вести в тех боях. Но именно вот в госпитале там другой немного. Вот там не было ни одного крымского татара. Но, может быть, тот 26-й, которого я не знаю, и крымский татарин. Почему? Ведь я в 73-м году с кем встречался? С партизанами, которые жили в Симферополе. И вот в моем списке здесь все партизаны, которые жили в Симферополе. Я с каждым из них встречался. Ни одного крымского татарина, естественно. Не было. Мне рассказывали, что вот был такой-то, был такой-то, но не более. Вот такая интересная история. Помимо реконструкции будет проходить еще перезахоронение. На следующий день. Келюджек Кунюде будет уже перезахоронение. Но оно будет не очень масштабное, потому что власти сказали, не надо лес напрягать. И где-то, в общем-то, я их понимаю, когда они нам запретили ставить памятник, я сразу не понял, самочинно по-партизански поставил. А потом, когда мы его открывали, и в лес пришло чуть ли не 1000 человек, и я подумал, что они были правы. Потому что там растоптали, там сломали, там насорили. А у нас отношение к этому месту другое, такое благовейное. Если мы приходим, небольшой группой, а мы каждый год приходим, красим памятник, убираем. Там много было устроено. Там вот местные ребята, тот же вот Кузьмичук, там другие, они так ухаживают, что это любо-дорого. А вот сейчас, когда подключились башкиры, я думаю, что уже настало время менять тот памятник, который мы поставили. Тогда мы сами сварили этот памятник, сделали доску, но прошло уже 40 лет. Металл не вечен, поэтому... То есть этот памятник 40 лет назад был установлен? Первый памятник поставили 40 лет назад. 30 лет назад поставили второй с именами. Тот, что 30 лет назад, он прекрасно говорит, а тот уже немного устарел. И вот сейчас колебаются, что делать. Ну, посмотрим. В всяком случае, я доволен тем, что вот наше поколение уходит, но кто-то будет продолжать. Через этот памятник, кстати, Васильковскую балку прошли все мои ученики школы. Где бы я ни работал, молодежь всегда ходила. И вот целое сообщество есть людей, которые связаны с Васильковской балкой. И вот я завтра со своим учеником, который тоже прошел через Васильковскую балку, сейчас он полковник милиции, там прочее, поедем, будем смотреть. Владимир Евгеньевич, вы нам до эфира сказали, что у вас количество таких блокнотов огромное. Сколько еще в Крыму осталось, скажем так, неоткрытых страниц истории, вот таких мест, которые еще требуют нашего подробного изучения и внимания? Понимаешь, вот наша история была победная. Мы только где мы победили. Там, где нас били, где трагедии, никого это даже не то, что запрещали, это не интересовало. Историк, он же слуга народа. Власть заказывает, он обслуживает. А я неправильный историк. Я краевед. Я всегда занимался тем, что мне интересно. Я помню, когда я первый раз написал «История улицы Полицейской», и отказались печатать, и сказали, что ты дурью маешься. Какая улица Полицейская? Ну, это же наше прошлое. И так далее. И вот так же нельзя было писать о крымских татарах, а я почему-то занимался и так далее. У нас еще есть такие моменты. Мы не все знаем, но это вот отсутствие информации порождает легенды, мифы, выдумки. Мы действительно не знаем, как было на самом деле во время депортации. Вот существует миф, что там десятки офицеров крымских татар расстреляли. Ну, давайте проверим. Ведь можно сопоставить количество офицеров и прочее, но не подпускают. Я, например, уверен, что этого не было. Но чтобы твердо сказать не было, давайте докажем. Или же было, тоже давайте докажем. Потому что уже надо уходить от темных пятен. Потому что раньше нам говорили, крымские татары не воевали. Сейчас мы столько получили информации о крымских татарах, которые воевали на всех абсолютно фронтах, награждались высокими наградами до 44-го года.
1944-го я специально построил график, вот так вот, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, и чуть-чуть опять поднимается 45-м. Наглядно, на примере одной боевой награды Ордена Красного Знамени. Тут не надо выдумывать. Вот, видно, когда в 44-м, 45-м, наоборот, должна была лезть, все народы, только число награжденных растет. У нас падает, да, 44-й год прошелся по награждению. Ну, интересный такой момент. Кавалеры орденов славы. У нас всего два. Но давайте возьмем, сколько кавалеров орденов славы вообще из крымчан, уроженцев Крыма. Ну, где-то три. То есть в процентном отношении. И причем такая интересная судьба. Вот есть один человек, Челак. У него два ордена славы и орден Красного Знамени. Вот поменяй Красное Знамя на менее престижную славу. И было бы три. А когда ему дали Красное Знамя, он гордился. А лучше бы славу. Кто знал тогда? И вот таких вот людей у нас очень много. Сейчас я веду вот в газете «Мираба» крымско-татарский бессмертный полк. Я был уверен, что исчерпаюсь через полгода. Я уже два года, по-моему, его веду. У меня задел еще на год. Потому что люди идут, приносят рассказы о своих родителях. И самое интересное, что они мне приходят, рассказывают, выходят статьи, они говорят: «Боже, сколько вы знаете о моем папе? Мы столько не знали». Это, я сам удивляюсь, но это взгляд историка. Конечно, приходится корректировать. Мифы родственные. Основные ошибки. Мой папа награжден медалью за храбрость. Ну, не было такой медали. Была медаль за отвагу. Но в сознании людей все это настолько за взятие Москвы. За оборону Москвы. Это все же существенно. И вот эти хлеба, они, к сожалению, перекочевывают в литературу крымских татаров, в газетах. Я читаю газеты вот наши, где крымские татары в войне, и за сердце хватаюсь. Потому что я понимаю, что это ляпы. А враги говорят, где это они награждены медалью за храбрость. Да врут, не был он на фронте. Потому что каждая ошибка бьет против нас. Поэтому надо давать добросовестно, объективно, не преувеличивая, но и не преуменьшая. Вот сейчас работаю над статьей интересной. Ну, для себя я ее назвал «Почему у крымских татар был один только генерал?» Ну, только один. Взял другие все тюркские народы, посравнивал. Полез до революции, полез до войны. Ну, в общем, вывод простой. Чтобы быть генералом в Отечественную войну, надо командовать эскадроном в гражданскую. Крымских татар немного было в гражданскую, в Красной армии. Они как-то заняли позицию ни с белыми, ни с красными. Не очень понимали, что тут происходит. Но, тем не менее, три человека командовали эскадронами, должны были стать генералом. Их расстреляли в 37-м. И опять тут же, все исторические события так или иначе оставили след. Ну, конечно. И вот сейчас этот анализ вот сравниваю с казанскими татарами, с казахами, узбеками. Очень интересно, вот когда эта работа появится, можно будет поговорить подробно. Да, я думаю, будет интересно всем, безусловно. Владимир Евгеньевич, вот вы сейчас перечислили, что есть бессмертный полк, вы занимаетесь. Многие ли из этих героев, уже, скорее всего, не многие ли, есть ли живые среди них, которые являются обладателями, и вот среди нашего народа, которые являются обладателями этих медалей? Знаешь, ты задаешь больной вопрос. Вот у меня до сотни было человек, о которых я когда-либо писал. И каждое 9 мая я им звонил и поздравлял. Уже два года мне некому звонить. Последний из моих друзей – это вот Халилов Нури в Саках. Ну, он оставил свои воспоминания, они вышли в Москве отдельной книгой. Я был поражен, узнав, что он почетный гражданин Саки. То есть вот эти люди, они дома их помнят, лелеют память их. Сейчас, конечно, общаемся с детьми. Потому что уже детям за 80. Поколение непосредственных участников боевых действий уходит. Вот позавчера умер житель Улус-Ала, но ему было 10 лет. Он свидетель живой, он видел, на его глазах сожгли село. Но это уже мальчишки. Но скажу вам поразительную вещь. На 31 декабря умер друг моего отца, с которым они прошли всю войну. Я так подумал, ведь папа мог жить, как и он. Но это вот последний из
друзей моего отца, а моих друзей уже никого не осталось. Поэтому я обращаюсь к детям, к внукам. Приходите к нам в университет, кафедра истории, приносите фотографии, рассказы, а мы уже поможем. Сейчас вот на ближайшие 3 года это такой наш крест, простите, не мусульманское выражение, который Владимир Поляков, его ученики несем. Потому что если мы сейчас не соберем эту информацию, то потом, поверьте мне, уже ничего не сделаем. Владимир Евгеньевич, такой вопрос волнует. А все-таки в воспитании молодежи, современной молодежи, вот все эти истории, они как-то вызывают у них интерес? Вы сказали, что дети хранят память, а вот уже следующее поколение, внуки, правнуки, знают ли они, что... Это от нас зависит. Это от нас зависит. Понимаете, если им просто рассказывать, они не воспримут. Надо, чтобы он... Вот у меня были случаи, когда приходит студентка и говорит, вот мой дедушка. И мы начинаем с ней разбираться, работаем, готовим статью. Все, она в материале, она гордится своим дедушкой. Все. Если ей просто сказать, у тебя дедушка герой, и тут же забыла. То есть каждый должен через свою судьбу. Но я тревогу разделяю. Потому что как-то я выступал, и студент один говорит, а если бы немцы выиграли, было бы не так и плохо. Я был в шоке. Я не ожидал. Я думал, что это провокации, что когда говорят, что молодежь так думает. Он вполне искренне ляпнул. Но он не мой студент, но он оказался на лекции, когда я выступал. Я думаю, вот тена. То есть мы должны бить в колокола. Другое дело, что я не знаю, как отнесутся, но это мое убеждение. Все наши деды, прадеды, независимо от того, был ли он доброволец, был ли партизан, это наши деды и прадеды. Это наша судьба. Поэтому мы не делим. Это мой дедушка. Я вот честно скажу, у меня один дед воевал за красных, другой за белых. Я их люблю одинаково. Поэтому и не собираюсь делить их. Этот хороший, тот плохой. Это мои деды. Точно так же и крымские татары. Это судьба так распорядилась. Что, причем большинство из них абсолютное, потом перешло к партизану, полистнул на Казани и так далее. Поэтому абсолютно не надо стыдиться, это, посыпать голову пеплом и прочее. Это ваша история семьи. Это надо знать. Мне часто было так, я раз пишу о партизане, приходит его сын и узнает, что его отец был в батальоне добровольцем. И он говорит, а папа об этом не говорил. Я говорю, ну что делать? У меня-то документально все. Ну, это наша история. Скелеты в шкафу. Да, у кого-то есть эти скелеты. Ну, что, лучше знать, понимать. У нас сейчас непростая ситуация. Да. Все-таки остается загадкой, да, часть истории, связанной с крымскими татарами в партизанских отрядах и в добровольных батальонах, да? Да, с батальонами, потому что мы должны, наконец, документально подтвердить. Да я уже подтвердил, что они интернациональные. Там люди самых разных национальностей, включая и крымских татар. А у нас всех азербайджанцев, даже русских, а это крымские татары. Давайте официальный список опубликуем. Их не так много. 8 батальонов, это не так много. Опубликуйте всех осужденных. Это все есть. Другое дело, мы не знаем, кто уехал на Запад. Это да, у нас нет таких данных. Но кто осужден, вот покажите их. Но сейчас архивы в этом плане закрываются, даже партизанские. Если раньше мне давали список отряда, сейчас я говорю, дайте мне список отряда. Нет, он ветхий. И не дают. Время уходит. Но, к сожалению, счастье, что я успел все это сделать 5 лет назад. Сейчас тенденция такая, что не надо подпускать документы. Это не связано Владимиру с Россией, Украиной, это связано с тенденцией. Владимиру Евгеньевичу, значит, не все двери открывают, да? Нет. Если мне не открывают рукой, я открываю ногой. Когда мне сказали, что мне не дадут список отряда, на основании которого я и сделал вывод, что батальон был интернациональный, я сказал, что скандал будет до Москвы. А кому нужны скандалы? И открыли. И благодаря... И там получился список. Пишут, Иванов пришел из 149-го татарского батальона. Гусейнов пришел из... Все.
на самом деле очень. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Мы думаем, что вот, как вы сказали, ту дверь, которую вы не откроете рукой, вы откроете ногой. Именно благодаря вашему упорству, благодаря вашему труду и стараниям открываются действительно те страницы, которые так важны не только для крымско-татарского народа, а для всего Крыма, я так считаю. Спасибо, что осветили нам это интересное мероприятие, которое произойдет завтра. Я думаю, что многие те, кто чтят историю, многие те предки, чьи были, скажем так, участниками, трагично погибли в тех обстоятельствах, обязательно приедут туда. Спасибо вам большое, что храните нашу историю, сохраняете, передаете поколениям, а наш уже долг принять все, что это вы открыли, и сохранить это, и уже передать следующим поколениям. Спасибо вам большое. Чох сау олыңыз. Біз есейінімізді девам етеміз, айқылы ватандашлар, тарихны біліңіз, тарихны огреніңіз, вет, ой тарихыңызден ұтанмаңыз. Яйнымыз девам ете, ве асында нелер огде, тек мирақлысы. Шымдайсе ава аралеті, достлар, бұйрыңыз.